Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдди Сан, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу новую рубрику «Детективы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу огромную активность под нашей предыдущей серией детективов. Только благодаря вам мы и продолжаем записывать эту рубрику. Поэтому, ребята, если хотите еще одну новую серию данной рубрики, ставьте огромные лайки прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. И, ребята, правила в этой серии мы не будем вам объяснять, потому что мы объясняли в предыдущей серии. Кто не смотрел, заходите в описание, там ссылочка, и бегом смотреть. Да, Жендос? Да, Эдди Сан, давай, все, я пошел показывать, что я построил. Ой, ну давай, давай, так, а где... А, да, я вот сюда, все, давай. Все, все, давай, давай, давай. Давай. Ну что, ребята, вот, в принципе, мой домик для Жеки. Кем Жека будет в этой серии? Кто помнит, кто не смотрел, кто смотрел, в предыдущей серии Жека был бомжом, да? Но на самом деле он не был бомжом, а кем он там был? Я уже, если честно, даже забыл, ребята. Вот честно, даже я это не помню. Если вы не смотрели, бегом в описании, там будет ссылочка, смотрите первую серию. А в этой серии Жека у нас будет пивоваром, алкашом. Но я не буду говорить, кем он окажется в финале, сможет ли он пройти мое испытание и доказать то, что это все не его, тут он ни при чем. Ребята, как обычно, это решаете вы, потом напишите в комментарии, поверили вы или нет, оправдался Жека или нет. Но мы решили Жека записывать так, то что... Жека будет проходить на моей карте, вот это все, и я это выложу... на свой канал. А то, как я буду проходить Жекину карту, Жека выложит на свой канал. Поэтому, ребята, после этого видоса идите смотреть видос Жеки. Там будет то, как я буду проходить его карту. В принципе, вкратце, вот так, ребята. Я не буду вам показывать, что там внутри, потому что убью всю интригу и спалю сразу, скажу вам несколько спойлеров, кем Жека окажется в финале. Поэтому, ребята, ждем Жеку. Жека сейчас придет, пройдет мою карту, надеюсь, то, что пройдет. А если не пройдет, то... хана ему. Решайте, ребята, вы, напишите в комментариях, справился Жека, не справился, спалился или нет. Ну что, ребята, давайте будем приступать. Ну что, Жека, готов? Проходи. А, извините, можно вопрос, мистер Шериф? Хорошо, давай, задавай. А почему вы голый? Мода такая новая. Лето, весна на дворе, жарко. Писюн проветривается. Ой. Давайте. Это я люблю. Заходите подозреваемым в хату, заходите. Хорошо, заходите. Так, Жека, знаешь, кого ты сегодня играть будешь? Кого? Ты сегодня будешь играть, тебе профессия пивовар, да? Пивовар, ага. Пиво, ты варишь пиво. Но тебя так занесло в эту профессию, то что ты спился. То есть... Ещё парной. Короче, ты пивовар, алкаш, Жека, хорошо? Ага. Так, все. Давай. Я понял. А ну открывайте! Открывайте! Ой, что такое? Что такое? Открывайте! Ключи! Здрай! Какие ключи? Какие? Дверь уже открыта. Вы что, бухие? Дверь открыта, забегайте в дом. Я абсолютно трезвый. А вот вы не хотите попробовать, господин Шериф, моего отличного просто... хмеля, пивного, ё-моё! Хмеля? Короче, тихо! Жалоба от соседей поступила! Что отвечаю, вот прям вот... Да хорошо... Ой, фу, как перегаром-то воняет! Не зря соседи на вас жаловались, то, что тут пьянки, гулянки, всегда пивом воняет, всегда бухают в гараже, да? В гараже с фраерами своими бухаете, да? Какими фраерами? Так, давайте разберёмся. Уважаемый человек! Кто вы? Хмелевар! Кого? Просто... Да, мне кажется, много вы сегодня пива наварили. Давайте, подозреваемые, проходите, сейчас мы все посмотрим, что у вас за дом тут, да? Да, давайте, смотрите, там вообще ничего открывается. Чё тут на вас всегда жалуются? Так, пивовар, значит, вы любите варить, да, всякие там, вот эти там, всякие, как, а ну, что вы там любите варить? Ну, как говорится, пивка для рывка. Пивка. Вот. Ну, я вижу, да, а почему тут вина так много, как бы? Ой, да, это не обращайте внимания. В смысле не обращать? Подожди. Чё-то тут не сходится. Вы варите пиво, а тут вино. Смотри, сколько тут бутылок? Просто, понимаете, я дружу с этими всякими, ну как они, вы, которые там вино свое. Виноделы? Виноделы? Да. И типа вы хотите сказать то, что их склад вина у вас дома, да? Нет, просто, понимаете, я им пивка для рывка, а не вина для... Для... Вот. Кого? Для кого? Да для вина. Для вина, чё-то не... А, вот смотри, вы еще тут вино греете, да? Бутылка же лопнет сейчас, сними ее нафиг, дебил! Ой, всё, точно. Ну, капут, эти
Алкаши, проходи. Начальник, я не виноват, начальник, мне виноват, плохо. Можете в следующий раз зайти, пожалуйста? Чё там в гараже, смотрите, смотри. В следующий раз мне туда ничего не... А кто там лежит в гараже? Никого там нет. А вот я, вот я через дырочку вижу, кто там лежит в гараже? Да башка болит, ёкарный бабай. Да мне без разницы, что у вас болит, кто там лежит? Кто там лежит? О, Петрович лежит, а ну открывайте дверь. Какой Петрович? Это кто это такой? Он бухался и уснул, открывай. А, то есть я все же был прав, да? То, что с фраерами своими в гараже бухаете, да? Да мой друган, говорю, винодел который. Ну открывай, открывай. А чё он весь в крови? Начальник, выламывай дверь. Начальник, а чё он в крови? Как я в железную дверь вырвал? Открывай, открывай. Начальник, у меня нет ключа, я говорю, я потерял ключ. А чё он в крови-то весь? Да он не в крови, это вином облился. А, просто. Ну хорошо. Ладно, проходите сюда, проходите. Ой, ёханый бабай, это чё? Подожди, подожди. Не вовремя пришли, не вовремя, а В смысле, а чё это за лаборатория? Чё это такое? Я понимаю, что уже пиво варишь, но что тут за зелья всякие-то? Чё это такие? Это просто, понимаете, чтобы выявить консистенцию вина. Консистенцию. Ещё раз, кого? Консистенция! Консистенция. Всякие тут пилюльки, всякие тут зелья, консистенция, глобусы. Я чуть не понимаю, вы ученый какой-то или вы пивовар? Я просто мастер на все руки. Мастер. Так хорошо. Бог этого мира. Я говорю тут зелье. А ну кто? Я прочитать даже не могу. О, я ничего не вижу. Пердоскопиум. Я чуть не понимаю. Что за таблица Менделеева? Что это такое? Вот, мое пиво просто, оно такое офигительное, но оно вызывает пердежи. Просто ходишь и пердишь. А это что? А вот пердоскопию выпьешь и все нормально. А вот писька стопила, вы этого знаете? Вот у некоторых просто вот пипун вверх, а у некоторых пипун не вверх. То есть вы хотите сказать то, что от вашего пива пипун не вверх, да? Вниз. То есть ваше. Было пиво только вниз, к сожалению. Ну, писька стройнем помогает. Так, подождите, а это что так? Это ж зомбониум? Кто? Зомбониум. То есть от вашего пива люди в зомби превращаются? Да нет, вы не все начальник, вы все неправильно понимаете. Это просто такое название. На самом деле это от запора, от зомбониум. Это по-французски запор. Жопа, офигеть, что у вас за названия-то такие? Все, у вас запора сейчас не будет. Ну это не мое, как бы, я не знаю. Это вот Петровича. Жопа здрастутониум. Кого? Это не мое. Подожди, Плутониум. Зомбареспуки чуп. Как твою мать, кого? Ой, начальник, что ты мне паришь мозги? Я Монстрониум? Какой еще монстрониум? Ничего не знаю. Ты кто такой? Ты тут зелья варишь, какие-то монстрониумы. Ты кто такой вообще? Я говорю, я занимаюсь только пивом. Этот Петрович что-то приносит постоянно, запоры свои, пищу. Опыт. А что, подожди, ты тут какие-то, 100% ты тут какие-то опыты ставишь. Это, что это за башка? Вот одна башка. Что это такое? Это опыты ставлю на игрушках. Я их накачиваю пивом, а они такие... Ты вообще, походу, алкаш уже спился. В смысле игрушки? Вы, если это игрушки? Они что, оживают у тебя? Да, вот понимаете, когда пивка грохнешь для рывка, то все оживает. То есть галлюциногенные у вас пивасики, да? Да не, они не конечно. Ладно, это что? Литрами пью, как бы. Это что, закуска, сосисоны? Да, сосисоны, закусочка. Ладно, пройдемте. Пойдемте. Так, чё? Пройдемте. Ёханый бабай! Так, подожди. Это что за монстры? Так, вы говорите, вы тут опыты не ставите, да? А это что такое? Что за овца с глазом от свиньи? Я просто игрушки люблю. Я вот это не игрушки. Вот смотри, курица-сундук! Так это игрушка. Какая игрушка? Она живая, дебил, смотри, она движется. Да, она не движется. Она движется, вот. Ой, это вы, походу, вы этого... Не, я вот, ничего. Смотри. Оцелот сквид. Как? Тут, ты на людях даже опыт ставишь, смотри, житель корова. Да нет, понимаете, начальник, я говорю, я вас просто кинул, да, зелье, все, у вас уже это, крыша поехала. Да, я вообще закодирован, меня пивас не берет, я уже 10 лет не пью.
ты меня тут не разводи. Это что вот такое? Вот вы на 10 лет не пили, на вас такой эффект сейчас произойдет. Если бы я выпил, я бы выблевал, потому что я закодирован, не пью я. Понимаешь? А это что? Это что? Это я просто, знаете, когда пиво много пьете, ой, как блевать-то тянет, ё-моё. Охренеть, вот, то есть ты даже пол вытереть не можешь, да? Да я просто пьяный. Да. Начальник, можно полежать, пожалуйста? Я встал. Ладно, пройдемте дальше, пройдемте. Так! Ай-яй-яй, мёртвый! Это трупаки? Да нет, они просто... Как? Я говорю, Петрович просто любит звать всяких дебилов. Конечно, вот. Они походу, они гниют, они сейчас мутируют, мне кажется. Они даже не дышат. Да они просто перепили. Конечно, перепили, сдохли, сгнили, и сейчас опять оживут зомбари, да? Ой, сдохли, сгнили, ты совсем из ума вышел, начальник, зомби не существует. Просто они набухались. Я вот думаю, что у тебя там зомбониумим всякие зелья, а ты тут эксперименты проводишь, да? Какие эксперименты, никаких экспериментов. Эксперименты! Напились и облились вином, виски красные. Да. Прикрываешься алкашом-пивоваром, а сам ученый, который зомби-вирус нашел. Ой, эти ученые, ёкарный бабай. Пивка. Да, не хочу. Какой пивок? Так, сейчас. Какой пивок? Чит сильная какая-то бита. Какой это? Они просто напились. Какой пивок? Какие напились они? Так, подожди. Нож. Иди, а ну верни сюда. Что, нож? А ну уйди. Бензопила. Так, бензопила, знаешь, ты тут... Охренеть, ты что, на части тут рубишь? Кого на части? Это просто бензопила, я... Бензопила в шухляде у тебя, да? Возле трупаков-зомбаков. А вы знаете, просто под пивасик, как прикольно, возле костра пусть. Выкиньте бензопилу, выкиньте! Нет, незаконное хранение оружия, выкиньте! Да это не оружие, это дерево! Выкиньте, я сказал! Дерево резать, так это же... А ну пошли! Меня не понимает! Да чё тут залагает у вас дом? Пошли в гараж! А ну пошли! Дом у меня вообще лагает, особенно под пивасом, так залагает! А ну без вот этих смехуёчек! А ну пошли сюда! Ой, начальник, вы какой-то это... Я карточку нашёл, так... Вот зомби! Два Петровича! Зомби! Петровича. Они мутировали! Жесть, что происходит? Это я перепил, походу, ё-моё! Чё такие? Начальник! Это они ещё агрессивные! Начальник, это всё вам кажется! Конечно! Так! Да, алкаш проклятый! Алкаш, да? Зомби тут всякие! Трупаки! Два Петровича, я говорю, сам в шоке. Так. А ну, отряд, быстро, тут у нас ученый-убийца. Ученый-убийца. Да, конечно, конечно. Отряд, а ну, схватите его нафиг, а ну, схватите. Ой, сумасшедший. Схватите его. Почему я... Ай, меня бьют какие-то невидимые черти. Схватите его, а лучше вообще убейте. Было явно меньше. Убейте его. Так, где? Как страшный сон. Да. Да, так, незаконное использование магии вне Хогвартса сейчас будет, раз у нас подозреваемый прячется. А ну ловите его, давайте, ловите его. Все пиво, какое ловить? Так, да. Ироды, ненормальные. Тут уже прям награда за голову, такое даже в тюрьму сажать не надо, сразу убивать. Ой, что-то неплохо, полежу я, пожалуй. Ой. Ну, вот, в принципе, ребята, мы закончили... Да тихо уже, там будет же... Все, выходи из роли, хватит. Все, Жека, дай мне попрощаться, хорошо? Ребята, мы закончили эту серию. Кто прав, кто не виноват, кто точнее виноват. Если Жека смог оправдаться, пишите в комментарии, верите вы ему или нет. Я, допустим, не верю, потому что он хреново оправдался, да, Жека? Буль. Да, ребята, знаете, нужно, понимаете, просто ставить лайки. Вот лайки поставите, и все нормально в этой жизни будет. Вот. Да, ребят, чем больше лайков, тем больше серий. И если вы хотите посмотреть, как я проходил эту карту, точнее, карту Жеки, то переходите на его канал, ссылочка в описании, смотрите. Смотрите, как я там проходил, да. Поэтому, Жека, что еще надо сказать? Жека, харе бухать, нас дети смотрят. И бухать, Жека. Я не пьян, я абсолютно трезвый человек. До свидания, ребят, до свидания. Да. Любите себя и своих близких, до свидания. Лайки и переходите. Пока, ребят.